Это страшная наша тыква-монстр с губами, языком и зубами. Привет. Теперь вы на канале? Это ТВ. Да. Сегодня у нас такая тыква. Тыква. У нас в гостях такая тыква. Вот и такая. Нашу. Да. Все, наверное, знают, да, что скоро, да, будет праздник Хэллоуин. Да. Это день, когда мертвые выходят из своих могил и ходят по городам и по улицам, да. И все люди наряжаются в страшные костюмы, делают из тыков страшные рожицы, делают страшные тыквы, ставят свечки, чтобы пугать этих мертвых, чтобы они боялись и уходили обратно в свое мертвое царство. Мы сегодня будем вырезать страшную-страшную рожицу, делать тыкву-монстра. Мы его вырежем? Всем покажем? Да. Поставим свечки и, да, покажем, как он будет светиться в темноте? Да. Да? Да. Что нам для этого понадобится? Ножнички. Нет, ножнички нам нужны. Мы бумагу возьмем, чтобы можно было постелить и потом семечки оттуда достать. Вот. Замечательно. Вот такая вот у нас тыковка. Вот, вот он. Нам нужен нож. Есть. Да. Отрезаем тыкву попку. Да. Отрезаем тыкву попку? Да. Так. А ты уже боишься? Так. Тыкву попку отрезаем. Вот. Семечки. И вырезаем семечки правильно. Так. Все. Попку мы отрезали. Пока ее в сторону. Сейчас мы почистим и покажем. Смотри, ребята. Вот. Попка там, а там внутри семечки. Мы почистили нашу тыковку, теперь она пустая, чистая. Да. Вот она, подставочка. Сейчас мы ее примерим и отметим, чтобы потом мы знали, как она закрывается, да? Возьмем простую ручку и сделаем просто полосочки, чтобы мы знали, где у нас она закрывается. Вот так, чтобы потом мы не мучились и знали, что нам нужно просто соединить полоски, у нас будет как раз как надо, да? Так, теперь нам подставочка больше не нужна. Так, мы выбираем сторону. У нас остается вот такая замечательная тыковка. Вот такая. Что мы с ней сделаем? Сейчас мы ее протрем. Так. Такая тыковка наша красивая. Теперь нам нужна ручка. Нарисуем страшную рожицу, которую давай, мы будем потом давай вырезать. Ты тоже будешь? Давай. Но я рисую тычу. Хорошо. Давай сейчас быстренько нарисую рожицу, потом тебе... Там ты тоже нарисуешь что-нибудь, да? И мы это тоже вырежем. Хорошо? Так. Рисуем страшные глаза. А я поищу. Вот. Так. Да. Сейчас мы покажем такие вот глазки. Так. Теперь второй глаз рисуем. Чтобы потом по ним можно было вырезать. Так. Вот такие глаза, нос, да, это наш нос, вот он, наш страшный рот такой, здесь мы его нарисуем. Так, тут у нас будет язык, это у нас будет страшный язык, здесь будут зубы, и тут будет страшный язык. Такая вот страшилка. Нарисуем ушко. Угу. Нарисуем ушко. Ну что, можем потихонечку вырезать? Так, теперь мы берем маркер и обводим. Так, о! Вот такой будет у нас страшный монстр. Да? Ну что, у тебя там все получилось? Да. Здорово. Ну-ка. О, как здорово получилось у Барте. Вот наша тыковочка. Это у меня получилось. Ну что? Да. Будем резать тыкву. Будем резать тыкву? Да. Да? Да. Для того, чтобы резать тыкву, нам понадобится только нож. Может, сделаем перерыв?
Хочешь отдохнуть? Давай, ты отдохнешь, а я немножко докончу резать, да? А потом, когда я закончу, я тебя позову, хорошо? В общем, сейчас я подберу. Подставка. Соединяем. Боже, мы тут отмеряли. И получилась вот такая вот страшенная тыква. Ага, я кое-что придумал. Сделаем ей еще один рот здесь сзади. Получилось еще страшнее. Как будто два рта. У нее сбоку вырос еще один рот. Монстр в одном. Вот у нас один, а здесь еще один. Ты поселился в черепе. Вот такая вот симпатичная тыква с языком. Здесь у нас наша голова страшенная. Ну что, зовем Барте? Ну как? Нравится? Нравится? Такой страшенный монстр, да? Смотри, у него зубы есть, даже язык. Пугай меня. Тебе страшно? Тебе страшно? А здесь еще одна такая, видишь, поселилась. Ну-ка, свой палец в рот. Ну как? Ну,
очень мокро. Вот такая вот страшенная тыква получилась. Вот она наша. Сейчас мы откроем низ, поставим свечки, зажжем и получим классную тыкву. Посмотрим, что получилось. Тебе нельзя зажигать. Огонь очень опасен. Смотри, зажигаем. Чик. Чик. Зажигай. С огнем осторожно. Без родителей такое не делайте дома, пожалуйста. Там можно устроить прям пожар. Пока не надо задувать. Теперь мы, смотри, что сделаем. Мы накрываем. Включаем свет. И будет что-то. Вот она. И наша тыква светится. Страшенная. Вот. Мы выключили свет. И теперь вам покажем, как получилась наша страшная тыква. Вот она. Все места, где мы вырезали, они теперь светятся. Вот она даже отражается, вот зубастик. Вот и наш свет от свечек. Получается, везде, где мы вырезали, вот создает эффект, что она светится. Вот все наши швы, все наши глаза. Вот получается такая страшенная тыква. Ух ты! Ой! Мы можем теперь пугать самых страшных монстров такой тыквой. Правда? Это страшная наша тыква-монстр с губами, языком и зубами. А на сегодня ставьте и подписывайтесь на канал Борты ТВ. Всем пока. А мы будем всех пугать своей страшной тыквой. Ха-ха-ха-ха-ха!